Более миллиона человек в России приняли участие в масштабной патриотической акции «Диктант Победы». Люди разных профессий и возрастов сели за парты, чтобы продемонстрировать свои знания истории Великой Отечественной войны. В Ясногорске тестирование прошло 3 сентября в 3-й школе. Подробности далее. 4 аудитории, 54 участника. Акция «Диктант Победы» проводится в Десногорске впервые. В юбилейный год 75-летия Победы принять участие в акции особенно почетно. Это не просто проверка своих исторических познаний, а дань памяти героям той войны. Среди участников – молодежь, военные, пенсионеры и преподаватели. Акция проводится в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Наша история – это то, на чем стоит наше настоящее и, надеюсь, будет стоять будущее. «Диктант» – условное название акции. Это тестовое испытание, в котором 25 вопросов. Ответить на них нужно за 45 минут. Задания касаются не только истории военных событий, но и фильмов, литературных произведений о войне. Пусть, может быть, даже если и не на все вопросы они ответят, то хотя бы просто для себя каждый отметит, что я знаю, что я забыл, а что, может быть, нужно заново просмотреть или просто изучить и исследовать. Результаты акции «Диктант Победы» будут размещены на ее сайте. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.